Друзья, всем привет! Сегодня у нас совсем не наш формат видео. Мы едем, время 11:23, едем в Нижний Новгород. Обычно в это время мы уже вовсю снимаем, даже заканчиваем, наверное, снимать первый обзор, да, Дим? Диму не слышно, он без микрофона, мы стоим на трассе. Второй раз уже пишем это видео. Первый раз писали прям по пути, по движению, но дребезжит звук, даже несмотря на микрофоны. Потому что камера на стекле. Вот, что произошло, вот хочу рассказать. Предыстория. Я думаю, ни для кого не секрет, что позавчера IKEA взяла и приготовила нам такой сюрприз в виде небольшой кучки. И переделали IKEA-вский сайт полностью. Мало того, что его переделали, он чудовищно еще тупит, тяжело с ним работать. Это коротко, да, сейчас отдельно расскажу. И по этой причине документы на формирование машины, все поездки, все вчерашние заказы я закончила обрабатывать не там в 3, в 4 утра, а в 9 утра. Поэтому выехали мы, соответственно, где-то 9:30. Вот, нам еще до Нижнего минимум 2,5 часа пилить с учетом ремонта дорог. Поэтому встретимся с Нижним мы не скоро. Ребят, хочу обсудить. Прямо, знаете, наболело, можно сказать, за эти 2 дня. Как вообще вам вот эти вот все изменения? Потому что мне вот, если с точки зрения, как уберем нас как посредников, а возьмем нас просто как обычных пользователей. То, что я вижу у себя в телефоне, теперь я вижу на экране. Но согласитесь, использовать вот так пальчиками в телефоне и мышку совершенно разный функционал. Мобильная версия сайта и полная версия сайта – это все-таки разные вещи. Даже вчера обсуждали с клиентами, многие говорят, стало вообще неудобно. Раньше заходишь в мобильную версию, нажимаешь на кнопочку «Загрузить полную версию», загружаешь полную версию и ищешь товар прямо вот. То есть сейчас, чтобы что-то найти, нужно либо полностью название до буковки ввести, либо сделать артикульный номер найти. Неудобно, то есть искать-то в описаниях. То есть, ну, по-другому все это было. Полная версия была тупая, конечно, по какой-то причине непонятная. Она у них с каждым годом все тупее, 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 тупее. Знаю, что IKEA каждый год меняет своих программистов, чтобы не было коррупции, как они говорят. Вот. Но лучше ситуация не становится. Такое ощущение, что кто тендер за копейки выиграл, тот и что-то пытается сделать. Вот у меня такое вот чувство. Еще были жалобы, сегодня разговаривала с подписчицей, что вообще какие, да, вот разобрать, что вообще, что случилось с сайтом, помимо того, что стало мобильной версией, это ладно бы, даже как бы это полбеды. На сайте пропала полностью кнопка «Печать», это раз. Пропала кнопка «Сохранить», это два. Пропала кнопка «Отправить на почту», то есть я просто вижу свой список покупок, которые я могу либо купить, либо на него посмотреть. IKEA в официальной группе ВКонтакте, все ее знают, да, которая там официальная за лям с лишним человек, они предлагают, что да, как бы они подтверждают, что они изменили сайт, мы стремимся, мы развиваемся, все идет к лучшему, но на данный момент мы убрали вот этот функционал, который я выше озвучила. Подписчики в группе спрашивают, ребят, когда наладите, то есть это проблема одного, двух дней, баг какой-то. IKEA говорит, нет. То есть вот сайт как сейчас есть, но мы когда мы исправим. Ну, это как обычно такой, знаете, абстрактный. Мы исправим. Как был на протяжении, наверное, 3 лет со старой версией сайта, что, ребят, то есть там учистить хоть что, куки, кэши, не работает корзин, товар дублицируется, добавляются, списки пропадают. Мы исправим. ВОЗ и не там, вообще переделали сайт. И еще, вообще, самая такая вот неудобная вещь, которая произошла с сайтом именно для дальних регионов, да даже не только для дальних, а для, даже для тех регионов, которые живут, допустим, в городе, где есть IKEA, но заказывают через доставку, через икеевскую. Пропал вес корзины, ребята, совсем пропал. Его вообще нигде, ни на каком этапе нет. Я сегодня сидела вручную, вычисляла, потому что мы, например, возим определенный объем. Ну, фактически мы везем 2,5-3 тонны, да, Дим? Так вот, такой объем обычный наш. Но бывает, допустим, там какие-то лишние 300 килограмм, а мы уже не можем их себе технически позволить, нам просто их некуда по весу брать. Это есть, это уже риски. Вот. И сидишь, вычисляешь, чтобы сюрпризов не было, потому что на вскидочку. И на самом деле это совершенно разные понятия. Как в магазин идешь, да, о, я ничего не купила, где мои 2000. Так же и здесь. И общалась сегодня с подписчицей с Надыма на эту тему. У них доставка, конечно, бешеная, ну, в нашем понимании. У них 2000 километров до IKEA. И, например, 1,5 тонны IKEA им привезет за 70 тысяч рублей. За 70. У меня в голове пока ценник не укладывается. То есть человек сидел около 4 часов, вычислял руками. То есть она делает заказ, отправляет его в IKEA купить. Доходит до этапа оплаты, ей подгружается стоимость доставки, а доставка там уже конская. Человек заходит обратно, пытается вычленить какие товары лишние. То есть, потому что нет понимания, например, там раньше, да, 2
205 килограмм. Окей, я захожу, перевожу свой список в печать, даже с телефона могу это сделать, смотрю, какой у меня товар примерно, мне не супер, ну, срочно нужен 5 килограмм, что весит, там 5-10 килограмм, откидываю эту позицию, пуляй, все, 2 минуты, ребят, занимает. Сейчас нужно вернуться, посмотреть, убрать, попробовать заново, то есть, ну, для чего? Не знаю, ну, это то же самое, что давайте с машины на лошадь пересядем, Икею можно ведь и телегой возить, там, тридцаточку лошадей и вперед. Вот. То есть, ну, как бы, вроде бы все меняется наоборот, в более лучшую сторону, динамично развивается. Для меня, например, сегодня был примером. В прошлом видео мы рассказывали вам о наших планах, и я оформляла страховку для поездки в Турцию на неделю, на себя и на Диму, на сайте ВСК. 2 секунды зашла, мне даже регистрироваться было не нужно, он мне пишет. Удобно зайти через портал госуслуг? Все. Я, конечно, понимаю все мои данные в одном месте, но мне, например, как индивидуальному предпринимателю очень удобно. У меня все, на самом деле, в одном месте хранится. А здесь, то есть, какая-то, не знаю, танцы с бубнами, непонятно для чего вообще просто. Вот я понимаю, когда это модернизируется, улучшается, говорят, да, вот столько-то подождите, вот будет вот так-то, так-то. А здесь мы испортили, а потом как-нибудь мы разберемся. Поэтому мне вот хотелось бы ваше мнение услышать, как вам. Я понимаю, конечно, не всем актуально, но вот, допустим, еще такой пример хочу провести. Звонит вчера клиентка, возрастная клиентка, под 70 уже, то есть возраст, например, наших с Димой родителей. Ну, она такая прям юзер, так хорошо пользуется интернетом, сайтом, любит совершать покупки в Икее, такие, ну, небольшие, да, разные. И ей удобно накидать список покупок и отправить мне на почту. Потом позвонить, сказать, Танечка, я отправил список вам на почту, примите, обработайте, пришлите сумму, то есть, ну, сообщите, сколько вам денег отвезти. Вот. А сейчас она мне звонит вчера и говорит, Татьяна, вы, наверное, мне больше заказ никогда не примете. Я говорю, а что ж случилось, Татьяна Николаевна, как бы мы с вами вроде в хороших отношениях, почему не примем-то? А все, икеевский сайт ничего не делает, и я теперь не могу не посмотреть свои списки покупок. То есть человек слетел, и все. Понимаете, вот человек, как бы, который, ну, там, не знаю, не то чтобы живет этим, но это вот отдушинка такая его, да. Да, вот там кто-то цветочки выращивает, а человеку вот нравятся какие-то предметы интерьера, что-то дома улучшать. Ребят, зачем вот это? Это уже вопрос к Икее, как бы не к нам, не к мне, не к вам, подписчикам. Просто для чего? Зачем это сделано? Непонятно. Поэтому давайте обсудим, как вообще вам это дело. И мы с такой вот тенденцией с Димой еще отметили, что за все годы, что мы работаем с Икеей, это без малого уже 10 лет, но улучшений нет. То есть, как бы, знаете, не прогресс, а наоборот стагнация, деградация, то есть ухудшение, какие-то вечные препоны, какие-то палки в колеса. Я не говорю сейчас ни про магазин, ни про свой любимый Нижний Новгород, просто вот касаемо, да, каких-то технических моментов, то есть такие вот какие-то геморрои вечные. Постоянно тереблю своего менеджера, звоню и говорю, Наташ, что происходит? Она узнает там программистов, то есть пытается объяснить, помочь, облегчить, да, себе и мне жизнь, чтобы ей там списки было проще принять от меня через B2B, не руками, да, представляете, я все списки в письмо руками забиваю, она их потом в систему руками переливает, ребят, это космос просто. Вот, то есть, а чтобы одной кнопкой все это делала и она, и я. В общем, у нас вот, вот так. И еще хочу сказать большую благодарность вам. Очень-очень приятно за те комментарии, которые вы пишете к последнему видео. Я даже, честно, не ожидала. Ребят, спасибо вам за поддержку, спасибо за обратную связь. Нам тоже очень ценно ваше мнение. Вы знаете, как мы к вам относимся, что, как бы, мы в первую очередь это делаем, вот, да, как бы, чтобы удобно было нам всем, комфортно. Вот, поэтому безумно благодарна. Будем почаще выпускать вам такие вот небольшие видео. Иногда показывать Диму, да, Дим? Его просят в кадр, но это не я звезда его не пускаю. Он, ну, стесняется. То есть у каждого свое. Ему удобнее за задней стороной камеры находиться. Но я думаю, мы со Стамбула маленький эфирчик попробуем сделать. Дима ручкой нам помашет. Да, Дим? Да, сидит, улыбается, соглашается. Ну что, все, давайте прощаться. Кстати, это видео выйдет сегодня же. Мы доедем до Икеи. Пока буду бегать, собирать до заказа, Дима вместо отдыха будет сидеть, это видео немножко смонтирует и сразу вам выпустит. Так сказать, вы прям с пылу с жару на тарелочке горячий пирожок получите. Жду обратной связи.
давайте обсудим. Может быть, нас наконец-то услышат, нас, вас, подписчиков. В киевской группе очень много народа возмущается по этому поводу. То есть, чем больше людей ворчит, да, тем как-то все-таки... Я понимаю, Икея классный магазин с интересным ассортиментом, но и супер клиентоориентированный, но при этом как-то порой прям вот забивающий, да, на своих покупателей, что не нравится свободно. Вот это печалит. Ну все, давайте прощаться. Мы поехали дальше. Нам еще ту-ту. Всем пока!